Добрый день, дорогие наши друзья. Сегодня мы хотим представить видеообзор по ножу компании Fox. Вот. Эта компания была основана в 1977 году в Италии, вот, в городе Маньяго, после чего была заключил сотрудничество с американской компанией и стал называться Fox News. Вот. На сегодняшний день, по-моему, компания является основным партнером компании в НАТО, то есть поставляет ножи там и экипировку, я так понимаю. В общем, эта компания делает для военных ножи и экипировку. Вот. У нас сегодня на обзоре, значит, будет такой вот ножичек в такой вот хорошей, приятной, красивой упаковочки, то есть этот нож даже очень можно подарить кому-то в качестве подарка, да. Вот, берем ножичек вот такой вот. Вот, моделька называется Chinook. Вот, Fox News теперь видно, да, вот я думаю Fox. Вот, Made in Italy. Переворачиваем ножик, значит, на другой стороне. Пожалуйста, Chinook. Моделька, да, сталь N690, какая использована. Ну и что могу сказать, то есть нож очень приятный. Хорошо сидит в руке, даже вот у меня рука, вот, можете посмотреть, да, она не очень, не маленькая. Но отлично, сидит просто вот. Вот я не знаю, вот он как будто родился, как влитой. Замочек, лайнер, то есть ходит все прям вот идеально, то есть плавно, не знаю, понятно, что он не будет как бы там летать, может быть, да, хотя если смазать там шайбу и все это сделать, может он и летать будет. Ну, я думаю, не для этого нож разрабатывался, да, вот, ну, посмотрим заточку данного ножа, то есть, я еще не супер спец там, вот. Нож мной немножко точился уже, пользовался, юзал. Дальше видно, что сейчас требует заточки. Вот. Ну, пока еще как бы чуть-чуть режет, да, то есть не хотелось бы заранее, то есть портить лишний раз кромку, точить, да, режет пока еще хоть как-то, и то есть, да, все осталось. Ну, хотя уже, да, наверное, уже все. То есть можно напасть и на досочке поправить, я думаю, будет все нормально. Вот. Сразу могу сказать, что это нож, скорее всего, как рабочий материал. То есть пойти в поход, открыть банку там ту же самую, да, хоть и как, не ножом, да. Но думаю, этот нож, кажется, предназначен для таких дел, чтобы его не жалеть. Это не пара миль и два своей стали, да, там, которую будет жалко, действительно, то есть это лучше резать там, да, что-то. А это нож именно рабочий инструмент, которым можно открыть банку, построгать что-то там, отрезать веревку там, еще что-то, то есть реально, то есть рабочий инструмент. Что могу сказать по рукояти? Очень приятно на ощупь, в ней же здесь встроено такая графитовая вставочки такие, чтобы руки не скользили. Очень помогает, действительно, да, такой цепкий материал, как бы держится, да. Но и при этом, он же, видите, он еще маленькая вставочка перед клипсой, да, сделана. Эта же вставочка иногда и мешает одеть его, так сказать, на карман, да, носить. То есть вот она мешает, вот, потому что вот при заходе, то есть вот, мы будем сажать, и он будет цепляться вот в материал. Хотя под самой клипсой нету ничего. Клипсы хорошие, как бы в меру тугая, то есть все, то есть открывается, еще раз повторяю, отлично. Модель, еще раз говорю, Fox Chinook. Вот. Отличный ножик. Вы его видели при анбоксинге, когда я делал первый анбоксинг свой, заказывав у Дошича. Вот. И тогда немножко вы его увидели. Также была та же самая заточка. То есть ничего не менялось с того дня и сейчас.
Вот. Почему такой вот, по моему мнению, красавец, фокус-щенок? Вот. Значит, ну давайте посмотрим технические характеристики. Значит, возьмем линеечку, да. Значит, общая длина ножа составляет 20,5 сантиметров. Вот, значит, режущая часть самого лезвия, да, которая рабочая, 8 сантиметров. Вот, ну и, значит, сама рукоять составляет где-то приблизительно 12, да, где-то, ну, где-то 12 сантиметров, 12,5. То есть нет у меня рулеточки, то есть была бы рулеточка, чтобы повысить, можно было точно сказать. Ну, где-то приблизительно такие данные. Вот. Думаю, что 8 сантиметров резака достаточно для каких-то там EDC дел, там, да, там, то есть все там, значительные провода, там, не знаю, да все что угодно. По мне, это действительно хороший рабочий нож, который не жалко использовать в каких-то затруднительных целях. Вот, обязательно поеду на рыбалку, покажу вам, как он работает. Заметьте, клиночек по центру. Видно? Вот, то есть никаких претензий, ничего, то есть по сборке и все остальное у меня просто нету. Вот. Такой, в общем, к вашему вниманию сегодня был представлен ножичек. Вот. Вот так вот. Пожалуйста. Все, пока на сегодня все.